Месси могут встречаться. Поляк с англичанином, бразилец с французом и так далее, и так далее, и так далее. А здесь действительно объективно стараются отбирать лучше. Здорово, несколько хороших попаданий. Ой-ой-ой, тяжелейший нокаут, который отправляется Челинский. Вот это да. А я только подумал, что будет на... Так, что это за попадание было? Подготовил передней рукой. Бам. Куда? А это был почтальон по затылку. Это понятно, да. Все, решило попадание коленом. Одиночный, очень мощным сложением от Абдулрахмана. Еще раз. И еще раз. Попадание. И еще раз. Все, да, это нокаут. Все. Это ударный нокаут от Абдулрахмана. Аберкот справа снизу. И вот здесь уже Виктор Карпович. Так, стартует первый раунд. О, и это все! Неужели это все? О, Захпане! Вау! Сам Юрген Балтухтар, кажется, недоволен тем, что происходит. Болу да түрткілеп жүріп, кімнің қолынан не келетін, кім қандай жоспармен шықты екен деген бір ниетпен. Тоқтатып көрек, болды. Вау! Миран Шохусеновтың құлаштай, қараңыздаршы, қалай салып жіберді. Жағын сындырып жіберді ме екен, не болды бұл жерде? I so far in the first four minutes of this fight. This first round a 9-9. Exactly, because I'd give it to Carlos Santana. But you won this round, and now you lose a point, so now it's just even. Oh! Flying knee by but Santana. It seems that there's no need to worry about the point there, because he came in with that flying knee. Lands on the... But you won this round, and now you lose a point, so now it's just even. Flying knee by but Santana. He's not breeding as heavy as his opponent. No, definitely not. He controls well as he stands up. Short time on the... And now, there he goes. There he goes with the stand-up cover, and the referee breaks it. Maybe saved by the belt. Yeah. Over. Yeah, it's over. He's out. It was a good... It was definitely a good stoppage. Yeah. Look. That was really... Here, it's definitely a good stoppage. He should be thankful. Yeah, definitely. You cannot complain. And you know what it is? Over thoughts, really. Nice knee up through the center. Coming back now. He can rely on that, can't he? Now he's going to make a choice, this young man here. He's going to make a choice that give him, that shocked him, it did. This, Rani in the corner, who's a quiet, unassuming guy, really. We can see the animation. Гильермо Ригондо, но его бои не любят, потому что он скучный. Похоже, что зацепил одним ударом. Опа! Но здесь, мне кажется, все-таки больше была потеря равновесия. Потеря равновесия. Оп. Так, вот это интересно. Вот это интересно. And I'm going to knock him out. There he is, ladies and gentlemen, Luke Big Slow Barnett. Nice hook. Big hook rocks him there, coming out of frame again. That's the rear hook, too. Oh, he sat him big down. Shot. Frey on top, looking to finish. Can Cody post recovery? Puts him he out. Is done. Puts him out. Whoa, you want to talk about some power.
Spears rocked, answering back. Good head movement by Jake. Beautiful jab there. Both of these guys just throwing bombs. Oh! And that Collier just sat him down. Jake Collier with a walk. He's almost letting Isaiah recover. Oh, good shot to the body. Oh, nice short to the head. Yeah, real stiff, real nice. Oh, big cross. Two. Oh, Isaiah goes down. Oh, Franklin covers. That's TKO. It. Wow. Stiff, real nice. Oh, big cross. Two. Isaiah goes down. Franklin covers. Более с такого дальнего расстояния. Еще и руки у него внизу, то есть как он собирается блокировать удары Асана. Вот попытка прохода в ноги. Да. Защищается Асан Султанов. Сразу же несколько ударов наносит тяжелых. Начало конца. Да, попадает. Ну, я думаю, что это все. Забивает Асан Султанов. Казахский бой. Собирается блокировать удары Асана. Вот попытка прохода в ноги. Да. Защищается Асан Султанов. Сразу же несколько ударов наносит тяжелых. Начало конца. Да, попадает. Ну, я думаю... Минсов Клара. Алгурик қазір тағы да оң қолмен соққын дайындап жүрген сияқты. Қасымалы өзі бар түрмен көрсетіп тұр осы соққыны. Айбаз Айдынов жуырда оралған спортшылардың қатарында. Есть еще бывший чемпион Алишер Габдуллин, который занимает вторую строчку рейтинга сразу же. Алишер Габдуллин, думаю. Он, судя по всему, пришел к выводу, что теперь можно с оппонентом работать в стойке, и это в целом безопасно, и можно попытаться выйти на красивый нокаут. Оу, попадание коленом в клинче. И пытается добить, и призывает Тишаев рефери остановить это избиение. Все. И причем Лисидин не хотел добивать в стойке, и это в целом безопасно, и можно попытаться выйти на красивый нокаут. Polished clinch fighter with excellent judo background and throws, but Alatala has that kind of grit, like he pushes forward, throws hit combinations, punches in bunches, is able to make the fight dirty.